Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Kia Optima. Проклеен у нас багажник. У нее пол багажника. Также проклеили задние арки крылья. Все тщательно прокатали валиком. Проклеили крышку багажника. Двери мы в данной программе клеим 4 слоя. Показываем все 4 слоя. Первый слой вибропласт. Толщина 3 мм. Второй слой шумопоглотитель, называется Integra. Толщина 6 мм, тоже мембранная шумоизоляция идет. Третий слой мы проклеили вибропласт 2 мм. Ну и четвертый слой шумопоглотитель 15 мм. Также проклеили пол в салоне. Смотрим, что у нас под капотом. Вернее, сам капот. На капот, на металл мы нанесли вибропласт. И на утеплитель капота мы нанесли шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Продолжаем нашу работу.